В 2004 году приказом министра внутренних дел Украины 18 июня отмечается День участкового инспектора милиции. Укрепление правопорядка, защита прав и интересов, жизни и достоинства граждан, профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие – это основная задача участкового. В любое время суток обращаются к нему граждане по самым различным вопросам, которые возникают в повседневной жизни. Во вторник в Ильичевском городделе милиции прошло торжественное собрание, посвященное Дню участкового инспектора милиции. Сотрудники городдела и их коллеги из общественного формирования «Правопорядок» принимали поздравления от заместителя городского головы Сергея Галимова и начальника милиции Александра Луценко. В этот день я поздравляю всех инспекторов милиции участковых с праздником. Пожелать им прежде всего счастья, здоровья, успехов. Самое главное, чтобы их не уходы из дому на работу оканчивались тем же количеством приходом домой, потому что это самое первое, что есть главное в жизни у каждого человека, это его жизнь. Служба участковых – это есть самая непосредственная роль в органах внутренних дел, так как они находятся на первых рядах по охране общественного порядка, по охране жизни и здоровья граждан. Также хотелось поздравить в этот день общественную организацию «Правопорядок Центр», которая обеспечивает совместно с участковыми инспекторами милиции охрану общественного порядка в нашем городе Ильичевске. Помимо поздравлений, городдел наградил сотрудников общественного формирования «Правопорядок» почетными грамотами. Они были вручены Денису Холодову, Денису Турыгину, Сергею Евдокимову, Максиму Еремееву, Андрею Середе, Александру Федосееву, Александру Борту и Владимиру Леоненко. Денежными премиями и грамотами Ильичевского городского совета были отмечены сотрудники Ильичевского городдела Виктор Подпалый, Сергей Каранфилов, Олег Мадвалов, Елена Думанская, Олег Гнатков и Игорь Пономарев. Поздравления службе, которая имеет самое непосредственное отношение к тем задачам, которые выполняет в городе мэрия. Это наша местная, городская, любимая. Она выполняет те задачи, которые... или функции, отчасти которых делегировано мэрией и государством в том числе. Поэтому мне приятно, что есть вот такой вот день. И приятно, что боевой отряд вот, инспекторов, участковых инспекторов в городе, он все-таки существует. Участковые инспекторы всегда на переднем плане. Их редко застанешь на рабочем месте в кабинете, хотя без бумажной работы также не обходится. Ведь сотрудникам этой службы ежедневно приходится рассматривать заявления и сообщения граждан, раскрывать преступления и задерживать злоумышленников. В настоящее время у нас в Ильичевске по штату 19 штатных единиц, а в наличии у нас 13 человек. Некоторые работают... обслуживают по два участка. Профилактируем ранее судимых, разбираемся с проблемами граждан, осуществляем охрану общественного порядка на всех мероприятиях городских. Основной костяк 24-26 лет. Кто есть после института, вот, кто перевелся, вот, кто уже проработал лет 5, допустим, по-разному. Ну, есть и 4 майора, которые проработали почти по 10 лет в должностях. Основная проблема в работе участковой службы – некомплект штатов. Но уже в ближайшем будущем Ильичевский городдел пополнится новыми кадрами. 4 сотрудника проходят стажировку уже в учебном центре. Через пару месяцев придут, будут на должностях доукомплектовывать наше отделение. Глубокого уважения заслуживает профессия участкового милиционера. Они первыми приходят на помощь людям. Именно от результатов их работы зависит спокойствие и порядок в городе.